Узгадывали об подвигу удельников Великой Айчинной войны сегодня и у Гомеле. Причем тут не только ушановывали ветеранов, але и проводили патриотичные акции для школьников. Наши корреспонденты наведали несколько адресов. Удельники Великой Айчинной Василь Побаруев и Миколай Дубков живут у соседних дворах и добро ведают один одного. Сегодня они снова собрались разом, как принять удел у республиканской акции «Солдаты перемоги». Программа хоть и не вельми протяглая по часе, але насыщенная. У гости до ветеранов пришли представники Новобелевской администрации, районного совета ветеранов Белой Руси и городского военкомата. У его представника особливо гоноровая миссия – уручить былым солдатам юбилейные медали 75 годов перемоги у Великой Айчинной войне. Для их же музыкальный подарунок – попуры на военную тему у выконании коллективу «Гомельские городские оркестры» и проход войскового подразделения. После завершения мероприемства ветераны признаются – у этот час узгадывали войну и той самый первый бой, коли не верилося, что отрымается выжить. Кругом стреляют тяжелые орудия, все, и на тебе тоже относятся. Тяжелое положение. Зачем мать верила? А потом все привык, и все нормально. Еще одна акция, якая проходит одночасово с солдатами перемоги, Беларусь памятает. У ее рамках каждый белорус может отдать данину поваги героям войны. Старшиня правления громадского объединения «Совет батьков» города Гомеля Сергей Бычков приходит на новобелецкие могилки разом с сынами 14-годовым Захаром и 6-годовым Мироном. Мета наведывания – памятный знак «Побег с ада», присвеченный подвигу группы Михаила Девятаева. 8 лютого 1945 года 10 военнополонных захопили немецкий самолет и здесьняли побег с засекреченного острова Узедом, где проходило выпробование звышсекретная зброя ФАУ-2. Сярод героев и уроджениц Новобелицы Владимир Немченко. Потом 7 человек с этой группы служили у Червоной армии. 6 из них загинули, у тым лику и наш земляк. Сергей Бычков рассказывает об этом своим сынам. Каже, что, коли займаться патриотичным выхованием мэтанакіравана, военная тема для молоди будет заставаться цікавой. Дети знают, конечно, во-первых, мы стараемся постоянно посещать наш музей военной славы, потому что лучшего места все-таки для истории, где что-то объяснить и рассказать тяжело. Старшие дети, они, естественно, это все знают, а для младшего это вообще супер интересно сейчас, тоже такой возраст 6 лет, когда вот эта тема, да, тема войны, тема подвигов, да, это, ну, максимально интересно, на мой взгляд. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».